Поднародные христианские песни, похвалы, песни, пожелания и другие произведения религиозного содержания, начавшие музыкальный вечер, гости смогли окунуться в атмосферу волшебства, вспомнить старые добрые традиции. Помимо этого, их ожидало театрализованное представление по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева», подготовленное участниками образцовой студии эстетического воспитания «Океан». Сегодняшнее мероприятие будет особенно тем, что мы взяли сказку Ганса Христиана Андерсена, но не в переложении для советского зрителя, а именно сказку оригинал. Потому что сказки Андерсена построены все на вере в Бога, на Библии, на евангельских текстах, на христианских песнопениях. Талантливая постановка произведения, завораживающая игра юных актеров, яркие образы, знакомые каждому из детства персонажи, не смогли оставить равнодушными ни одного из пришедших гостей. Под впечатлением остались даже взрослые. Безусловно, очень понравилось. Запомнилось вот это вот яркое, такое вот насыщенное вот это выступление, ну как бы сказка вот эта про Кая. Вот оно не то, что оно душераздирающее, захватывающее, все вот так было придумано естественно, оживленно, красочно. Религиозное воспитание здесь немалую роль играет, первоначальную, я бы сказала, потому что наше поколение, оно немножечко от этого отходит, вот. А так дети воспитываются в этом ключе и учатся и вере, и каким-то моральным качеством. Рождественские встречи – хороший повод обратиться к сказке, тем более, если в ней так много поучительных моментов. Главной мыслью произведения «Снежная королева» является победа добра над злом. Вот этот постулат получилось донести участниками образцовой студии табрецкого зрителя весьма ярко, весьма поучительно и реалистично. Эмоции ребят, песни, танцы и актерская игра произвели впечатление и на Преосвященнейшего Иоанна, и епископа Брестского и Кобринского. Он высоко оценил старания детей. Братья и сестры, дамы и господа, я также хотел бы сердечно поблагодарить особенно тех, кто сегодня на сцене, за эти волнительные минуты для каждого из нас, для взрослых и детей, которые мы пережили вместе и с теми, кто пел, прославляя Богомладенца Христа, и с теми, кто так прекрасно изобразил, как уже было сказано, вот эту борьбу добра и зла. Это зло, которое попало в сердце человека, его можно победить только добром, только любовью, только добрым отношением друг к другу, заботой друг о друге. Проведение подобных мероприятий необходимо, ведь благодаря им молодое поколение узнает что-то новое из истории христианства. Именно поэтому с 2007 года Управлением образования Брестского облисполкома совместно с Брестской епархией было принято решение каждый год проводить для детей рождественские встречи. Как показывает практика, они имеют положительный эффект. Данное мероприятие происходит в рамках соглашения между Министерством образования и Православной Церковью. Аналогичное соглашение заключено и в нас, в Брестской области. Поэтому оно проходит регулярно, ежегодно. И что привлекает сюда, в этот зал людей? Ну, наверное, каждый хочет прикоснуться к истории христианства, и к тем христианским ценностям, которые никогда не могут быть, но не востребованные. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.